10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Друзья, всем привет, с вами, как всегда, Алексей Крылов. Ну что, я в предыдущем видео рассказывал, что купил новую камеру, но я ее только купил и сразу положил на полку, потому что, к сожалению, было не до видео. Ну, я думаю, вы сами заметили, что сейчас видео выходят намного реже. Вот, и, ну, просто завал по работе и не знаю, что сказать. К сожалению, ну, нету времени сейчас снимать. Вот. То у меня обычно получалось даже совмещать и работу, и путешествия. Сейчас не могу. Вот. Но надеюсь, это будет недолго. В ближайшее время все-таки куда-то поеду. Огромное спасибо за ваши комментарии. Я их все читаю. Я понимаю, что многие, ну, возможно, не многие, но кто-то подписался на мой канал ради путешествий. Вот. Это все скоро должно быть, я тоже в это верю, вот, так что вот такие дела, а пока что работа, вот, и никуда не могу вырваться, к сожалению. Это видео я уже снимаю на 10-е GoPro, конечно, было бы круто, если бы я показывал море, пальмы, то картинка была бы вообще классная, но пока что дом, вот, но все равно это уже вот, где тут циферка 10, вот она, видите, цифра 10, и это тоже не всем интересно, но тоже сказали, рассказать о своих впечатлениях. Я очень рад, что купил 10-ю GoPro. Я не скажу, что она чем-то там отличается от 9-ки. Чем она отличается? Я вот скажу, как обычный пользователь. Если почитать характеристики, то там понятно, новый чип поставили, который там работает в 2 раза быстрее, новые там какие-то функции добавились, стабилизация круче, там говорят, вот. Но чем она явно отличается от 9-ки? Ты ее включаешь, и она не глючит. Она, вот я пробовал, снимал, не зависает. 9-ку я помню включил, и она даже зависала на моменте включения. Сейчас это вот она выключается для экономии энергии. Эта камера 9-ка, но работает идеально. Вот так вот бы я сказал, без глюков. Посмотрим, как она будет проявлять себя во время путешествий. Но пока что я, короче, очень рад, что я купил эту камеру. Вот так вот. Потому что, когда я купил 9-ю, я тогда перешел в Sony AS300, и она глючит. И я так что-то расстроился. Мне вот нравилось, что здесь есть вот этот передний мониторчик. То есть она очень классная вот эта, но она глючила. А вот это прям вообще работает идеально. И то, что многие блогеры говорят, лучше не обновляться, это примерно то же самое. Наверное, это влияет на цену на бэушные камеры. То есть они продаются недешево. Я думал, она будет стоить там долларов 150 бушная, но мне удалось ее продать за 260 баксов бушную камеру, поэтому ну, многие думают, что разницы нету, наверное, и покупаю 9-ки, но разница есть, она работает очень быстро, но видео, наверное, снимает так же. Но я ни в коем случае никому не советую никакие камеры, то есть это ваш выбор, там, что покупать, просто для меня вот эта камера удобнее, вот. Для кого-то удобнее снимать на мобильный телефон, для меня, например, удобно вот такой вот маленький штативчик иметь, то есть он вообще микроскопический, но у него вот такие ножки есть выдвижные, то есть если надо, камеру поставил, он, правда, супер дешевый и уже тут поломан, он не выдвигается. Вот, но каждый под себя выбирает то, что ему удобно, поэтому ни в коем случае никому не навязываю никакие камеры, ничего. Вот, это ваш выбор. Потому что мне пишут часто зрители, говорят, вот снимай видеоблоги, какую камеру посоветуешь, это уже со временем приходит вам, что вы хотите, на что вы будете снимать, потому что вот все камеры, они разные. Многие снимают на фотоаппараты, там тоже очень крутое качество. Есть большие фотоаппараты, есть маленькие, цепляют огромные микрофоны. Я уже говорил, на телефоны, на вот такие экшн-камеры. Вот, типа GoPro. Есть еще Sony, там X3000, тоже она в 4К снимает. Поэтому, кому на что удобно снимать. Вот так вот. Но, как правильно написал кто-то из зрителей, что мне написали, говорят, Алексей, какая разница, на что ты снимаешь? Главное, что ты снимаешь. В принципе, когда смотришь
Вот есть очень такие интересные ролики, снятые в ужасном качестве на мобильный телефон. То есть они длятся минута-две, но они очень захватывают. И ты даже не смотришь, на какого качества это видео. Вот. Есть ролики, которые сняты прям там и квадрокоптер, и видно крутая операторская работа, то есть и звук хороший, все супер круто, смотришь, много денег вложили, и почему-то их особо не смотрят, поэтому вот я с этими зрителями согласен, кто сказал, что главное не на что, а главное что. Сейчас я смотрю путевки, ну просто так мониторю, думаю, куда можно поехать. Вот, конечно, на первом месте это, наверное, по цене. Вот смотришь, понятно, в первую очередь по цене, это, наверное, и Египет, потому что супер классные цены. Ну, прям цены вообще класс. Вот. Но мне многие... Ну, и как бы и мне уже... То есть я ездил, я был много раз. Тем более сейчас зима. Не знаю, вот зимой как-то не особо хочется туда ехать. Вот, может, уже в феврале, в конце февраля, может, можно будет поехать в Египет. Вот, то есть ограничений особо никаких нету. Там, либо у кого есть сертификат, у кого нету, там, этот ПЦР-тест. Показал на границе и все. А смотришь, огромное количество стран, вот путевки туда можно купить, но очень много ограничений. Где-то там один тест по прилету, второй тест через 3 дня. И направлений огромное количество, но у меня все-таки в приоритете остается Доминикана. Я ищу на нее цену, то есть... Мониторю тоже так цены, если будет классная цена, думаю, купим Доминикану. Вот, потому что, ну, правда, минус туда далеко лететь, но говорят, там погода классная. Вот, поэтому мне интересно посмотреть, что же это такое, открыть для себя новое направление. Ну, тоже кто-то писал под видео, вот ты типа ищешь, а потом полетишь в Египет. Ну, не знаю, как будет в этот раз. Вот, конечно, стоимость влияет. Я завидую тем, кто, говорят, да мне все равно, куда лететь. 10 штук. Мальдивы так Мальдивы. Вот, к сожалению, я пока что в финансах ограничен, но будем надеяться, что это временно. Вот, поэтому пока что, к сожалению, Доминикана, вот там, я смотрю, она в районе $5000 на нашу семью, $5-6000 получается, то... Конечно, это так еще дороговато для меня. Но будем мониторить цены, возможно, что-то классное попадется. Так, поставлю борщ, разогрею его. Сегодня ровно 2 месяца, как я никуда не ездил. Вот. Надо отметить. Так, когда ты улетаешь в другую страну, особенно если там все включено, то ты попадаешь в другую реальность, потому что здесь... Огромное количество забот, которые ты там, например, особенно когда летишь там на 2 недели, даже больше, то есть ты даже об этом не думаешь. Здесь нужно сходить в магазин. Там я вот где-то за границей хожу, в магазин чисто так мне интересно цены посмотреть и что там продают интересного. Вот. А тут получается, надо пойти в магазин, подумать, что приготовить, купить продукты, потом ты это готовишь. И огромное количество времени занимает... Готовка еды, потом надо помыть посуду, потом надо убрать квартиру. Ну, короче, вот даже помыть полы, я, ну, делаю это практически каждый день, потому что, ну, что-то они очень быстро пачкаются, особенно когда есть дети. Я думаю, ну, многие это знают. То есть очень быстро. Вот, и надо пока там убрал, то сделал. И вообще проходит целый день. Вот такие дела. Ну, это я говорю вот про бытовые дела. Вот. Конечно, когда ты едешь куда-то за границу, то это совсем другая реальность для тебя. Вот, это просто меня спрашивали, по-моему, когда я ходил к Илье Сергеевичу на день рождения, говорят, в какую страну ты бы лучше переехал, в какую страну бы переехал жить? Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что я не жил нигде в другой стране, я чисто приезжал как турист и все. А когда ты приезжаешь как турист, конечно, там, куда бы ты ни приехал, везде будет тебе супер классно, потому что ты находишься, в принципе, в другой реальности. То, что ты делаешь здесь, ты не делаешь там. Вот так вот. То есть нету вот этих, ну, вот этих бытовых вещей. Там еды купить, приготовить, то, вот так. Поэтому как-то все по-другому там проходит. А мне предстоит сложная задача. Отправляюсь в магазин за продуктами и буду мыть в квартире полы. Я не знаю почему, но в жизни я больше всего не люблю это ходить по магазинам. Особенно, когда дают большой список, и ты ходишь, выбираешь продукты и делаешь это регулярно. Вот. И еще я не люблю выбирать вещи. Ну,
если есть настроение, вот я люблю так, пришел, вот если что-то понравилось, сразу купил и сразу ушел с магазина. Все. Долго ходить, выбирать вещи, это вообще не мое. То есть магазины я что-то вообще не люблю. Вот так вот. То есть для меня это морально сложно. Так, у нас настал вечер. Я подумал, что, ну, поскольку уж экшн-камера, надо ее испробовать уже по полной. И, ну, надо сделать что-то экстремальное. И мы решили приготовить хачапури по-аджарски. Мы когда-то их уже готовили. Это когда у нас тут была вот эта самоизоляция. На карантине, да, мы готовили? Угу. Вот. И мы сейчас решили тоже их сделать. Готовится все очень просто. Ну как? Ну, получается, как настоящие. Давай я быстренько скажу рецепт. Рецепт очень простой. Прям очень простой. Что нам надо? Творог 300 грамм. Потом мука 4-5 столовых ложек. Вот мука у нас. Потом сыр моцарелла есть. Сколько там его? А, или там сулугуни 150 грамм. 3 яйца и белое вино. Вот. Все, что нам нужно. То есть набор ингредиентов очень простой. Так, наливаем бокал вина. Затем принимаем вовнутрь. Дальше нам нужен человек, который это все дело будет готовить. Человек, который это будет готовить. Вот он. Поэтому приступаем к делу. Давай. Я на полный рецепт, как мы его готовили, вот это хачапури, оставлю ссылку под, ну, вот эту, ссылку под видео. Хачапури по-аджарски. Я там делал такую рубрику, называлась «На кулинарные фантазии». Вот, там уже прям подробно-подробно. Ну, сейчас так я быстро-быстро покажу. Вот. Вообще тестирую камеру вот при таком плохом свете. Горит всего лишь две лампочки. Ну, качество картинки примерно такое же, как и было, но управление, я уже повторюсь, намного лучше. Я вот читаю комментарии параллельно, потому что я видео на протяжении дня снимаю, что говорят, ну, кто-то пишет, хорошо, что взял, кто-то пишет, зря взял, кто девяткой пользуется. Но я вам честно скажу, если вот кто пользуется девяткой, у вас будет возможность, ну, я говорю, что я не говорю, чтобы покупали, но просто вот поклацайте, попробуйте десятую. Разница колоссальная. То есть та же девятка, но работает идеально. Вот так я вам скажу. Вот. Качество картинки такое же. Я просто не могу нарадоваться. Вот. Так, Диана тут готовит. Отделяет желток от белка или белок от желтка. Что от чего ты отделяешь? Одно от второго. Просто тут в рецепте я бы сам приготовил, но в рецепте написано, что должна готовить жена, поэтому готовит жена. Все как по рецепту. Так в ссылке, ну, видео, где ты готовил. Там же ты готовила, не жена. Ну да. Там я готовил. Значит, не получился рецепт тогда? Ну, может быть. Сейчас проверим. И еще такой интересный момент вот с этой камерой. Я не знаю почему. Вот на стоит та же самая сим-карта, которая... Сим-карта, говорю. Флешка, которая стояла на GoPro 9. Там я выставил качество 4К 25 кадров. Вот. Почему я ставлю меньшее количество кадров? Потому что чем больше кадров, тем темнее картинка. Чем меньше кадров, тем картинка светлее. Вот. Стоит 4К 25 кадров. На 9 GoPro там показывало, я могу снимать только 2 часа. На этой я могу снять 2 часа 36 минут. То есть на 36 минут у меня увеличилось время. Вот как-то так очень странно получилось. Не знаю, в чем прикол. Вот. Если вы эксперт в этом деле, напишите. Все очень просто. Диана, получается, смешала творог, муку и яйца. Да? Оставила только один желток, он нам пригодится в конце. И мы еще вспомнили, один желток нам пригодится для того, чтобы это все дело смазывать. Вот, сейчас еще я разбью яйцо. Теперь выкладываем сыр по кругу. И это дело будем заворачивать, да? Угу. Вот, ну, прям очень просто и получается очень вкусно. Я думаю, что в этом году обязательно съезжу в Грузию. Это будет такой гастротур. Когда? А? Когда? Когда съезжу. Я, если честно, уже хотел поехать, но я смотрю, там температура 0,3 градуса, поэтому как-то там очень прохладно. Я думаю, сейчас немножко потеплеет, и можно так будет туда смотаться. Вот как мы в Стамбул ездили,
ну, на 7 дней, но я думаю, там есть и путевки даже в Турцию, ой, в Турцию, говорю, в этот, в Батуми. То есть прилетел, можно на 5 дней прилететь, вот так чисто, ненадолго посмотреть, что там и как, и вернуться назад. А может и подольше можно будет, не знаю. Я там никогда не был, поэтому это для меня что-то новое. Сделали лодочку, и эту лодочку сейчас мы отправляем в духовку, да? А потом достанем ее и вовнутрь положим сыр и желток, да? Вот. И вон лодочка у нас. Я когда-то такое видела. Все, поставили. А какая там температура у нас? Градусов 200, да? И на сколько минут? Минут на 20. Да. Минут на 20. Прошло 20 минут. Вот такая красота получилась. Это еще не конец. Это только, скажем так, предконец. Да? Ну там еще минут 5 осталось. Осталось минут 5. Там все психика оставит. Раскладываем сыр. Или как? Накладываем. Или кладем. Или ложим. Как правильно? Сыпем. Сыпем сыр. Вот. И посередине желточек. Это, кстати, вот отмечаем мои 2 месяца, которые я провожу дома. Я уже, кстати, думал, вот многие блогеры, многие там, ну, пишут книгу. И я подумал, какую же мне книгу написать? Знаешь, какую? Как вести тревел-канал, при этом находясь на кухне. Вот. Я думала, записки Алексею. Так, теперь на сколько минут мы ставим это чудо? Пока не растает сыр, надо на него смотреть. Сейчас самое интересное, ждем, пока растает сыр. У нас тут прям целый кинотеатр собрался. И как только он растает, эту красоту можно будет съесть. Все, достаем это чудо. Сыр растаял, желток не запекся. Сейчас это надо дело все размешать. Давай. И самое главное, это надо все съесть. Вообще для этого нужны деревянные такие большие досточки, чтобы его выложить, но у нас некуда его выложить. Поэтому как размешивать? Просто берется 2 вилки и вот так вот в хаосном порядке. Я видел, как в ресторанах размешивают. Не знаю, получится или не получится. Вот 2 вилки и вот так вот размешивать. Нет. А вот как-то вот так вот. Смотрите, я обычно как режу? Вот так вот полосками и еще посередине. И вот этот сыр потом можно брать и вымакивать. Очень вкусный получается. Ну и вот тесто с творогом здесь тоже очень классное. Вот так, по всей длине. Очень вкусно. Вкусно? Понравилось? Mm-hmm. Да. Это самое главное, что тебе понравилось. Кстати. Лайк, сердечко. Ну что, хачапури получились просто вкуснейшие. Очень классно. Вот мне этот рецепт прям очень нравится, вот, но рецептов хачапури, наверное, их там 1000, вот, поэтому надо попробовать несколько и найти то, что вам понравится. В общем, у меня ситуация такая, я пока сижу дома, у меня в жизни ничего интересного не происходит, и я вот постоянно думаю по поводу поездок, хочется для себя открыть какое-то новое направление, но смотришь, по поводу, ну, во-первых, еще я вот тоже и Грузию рассматривал, но еще смотришь, там холодно, ну, как-то когда 0 градусов, ну, как-то вообще не прикольно. Доминикану я смотрю, и хочется туда поехать, но перелет 12 часов. Ну, и это то место, куда я не сам поехал, а мы поехали всей семьей. Вот, короче, и цены высокие, как для меня, вот, и очень длинный перелет, 12 часов. Вот рассматриваем еще Шри-Ланку тоже, но отели, в которые мы хотим, они стоят примерно, потому что там есть супербюджетные, но все-таки, когда летишь с семьей, уже хочется что-то получше, и чтобы уже там питание было, а не ходить где-то там в поисках питания постоянно. Вот, то есть, вот Шри-Ланка, все включено, и такой, ну, более-менее такой отель на нашу семью стоит 3500. Но это на 16 ночей, но там еще смотришь, короче, такие вещи. Вот когда ты сам летишь, честно сказать, вообще все равно. Но там вот на Шри-Ланке смотришь, классный отель, но находится 150 километров отдаленность от аэропорта. То есть 150 километров добираться, ну не знаю, это если вот пишет
Там, по-моему, отель какой-то находится 60 километров от аэропорта. Добираться, пишет, около 2 часов. Вот. Мы когда жили в Испании, Лорет-де-Мар, то есть мы прилетали в Барселону, у нас был отель 70 километров от аэропорта. Мы ехали 3 часа. А если вот 150 километров, то думаешь, это ж ехать можно и часов 5 до этого, до отеля. Потому что пока они еще по дороге всех развозят. И, короче, столько вещей, вот когда вот ты планируешь семейную поездку. Вот, поэтому семейные поездки, они такие недешевое удовольствие. Вот, поэтому кто путешествует большими семьями, те просто герои. На этой прекрасной ноте буду заканчивать видео. Считаю, GoPro отлично сняло приготовление хачапури. Ни разу не зависло. Включилось с первого раза. Не заглючило. Вот, я считаю, это просто уровень после девятки. То есть камеру испытал в самых суровых условиях. Также напишите, кто куда летит, будет интересно почитать. Кто куда отправляется, кто сидит дома, тоже напишите. Вот. Возможно, мне поможет это определиться с направлением. Вот такие дела. Желаю всем счастья, крепкого здоровья, мира. Чтобы каждое утро начиналось с хорошего настроения. Вот. Всем пока.